Всем привет! Сегодня я расскажу про реактор и смотомеханизм. Для начала построим сам реактор. Неугловые блоки можно заменить на реакторное стекло. Также нам понадобится установить порты реактора, матрицу фокуса, и контроллер. В контроллере у нас есть слот под реакционную камеру, просмотр нагрева, настройки инъекции. Указываем только четное количество, но поставим 4. Тут у нас есть информация про инъекции и выход энергии. Теперь нам понадобится создавать топливо для нашего реактора. Для начала создаем дейтерий. Устанавливаем помпу, ставим улучшение и фильтр. Сверху подключаем трубы. Ставим электрический сепаратор и подключаем источник энергии. В сепараторе справа устанавливаем сброс. В левой части у нас остается дейтерий. Проводим герметичные трубы к нашему реактору. И первое топливо готово. Теперь создадим третий. Ставим помпу, трубы и строим испаритель. Устанавливаем вход, выход, слот, куда подключим нагреватель и контроллер. Мы создали самый минимальный вариант. Подключаем нагреватель. Соединяем всю конструкцию трубами. Далее подключаем механическую трубу к выходу. Настраиваем конфигуратором на выход и строим еще один испаритель. Также ставим нагреватель. Тут также настраиваем выход и соединяем трубами конструкцию. Далее от выхода ставим трубы. К ним роторный конденсатор. Настраиваем его на режим деконденсации. Подаем энергию. Далее устанавливаем солнечный активатор нейтронов вот этой стороной. Снизу подводим наш газ. И отсюда будет выходить третий. Ведем к реактору. Теперь между трубами с дейтерием и третьим устанавливаем химический наполнитель. Подаем ему энергию. В центр кладем реакционную камеру. Когда она наполнится, кладем ее в контроллер реактора. Итак, чтобы запустить наш реактор, осталось лишь зарядить его с помощью лазеров. Устанавливаем лазерные усилители напротив фокуса, чтобы они смотрели ровно на реактор. Настраиваем чувствительность к редстоун сигналу и ставим рычаг. Далее подключаем лазеры. Чем больше, тем лучше. Можно ставить лазеры со всех сторон. Для запуска нам потребуется 500 миллионов РФ. Немного подождем.
когда мы накопили 500 миллионов, вводим максимальное значение – 500 миллионов. После этого можем запускать реактор, жмем на рычаг. И видим, что у нас идет выход энергии. Всем спасибо за просмотр! Не забывайте играть на наших серверах!